И здравствуйте, мои дорогие подписчики канала Cat Family. Сегодня мы с вами делаем видеосъемку в необычных условиях. Мы делаем с вами видеосъемку там, где в баке вот хранится у нас наполнитель. Так. И будем сейчас рассматривать с вами вот такой вот деодорант для кошачьих туалетов. Нужно его немножечко. Пакетики продаются по 400 грамм. Вот. И сейчас мы его посмотрим, какой он там внутри. Вот у нас кошачий туалет. И вот я беру пакетик и немножко туда насыпаю. Видите, вот он такого белого цвета. Наверное, он приятно пахнет. Я, честно говоря, не знаю. Надеюсь. И вот так вот перемешиваю. Ну да, запах есть какой-то такой вот приятный. Типа, ой, да, действительно пахнет орхидеей, офигенно. Я прошу прощения за слово. Вот. В общем, его рекомендую добавлять. Я знаете, что сделаю? Я его добавлю в бак и просто перемешаю. Вот, немножечко добавлю балки, когда я буду просто насыпать. Вот, а он уже будет как бы с этим ароматом. Вот, я добавляю буквально чуть-чуть. Перемешиваю. И когда я буду насыпать кошачьи лапки, он уже будет приятно пахнуть. Вот так. В общем, пачка эта классная. Смотрите, порошок белого цвета. Пахнет обалденно орхидеей. Вот 400 грамм пачки, говорят, что хватает, ну, на очень надолго. В общем, с вами был канал Cat Family. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. Вот этот вот деодорант для кошачьих туалетов очень рекомендую. Вот. Ставьте лайки. С вами был канал Cat Family. Спасибо, что досмотрели до конца.